Красота – дело тонкое, особенно когда речь заходит о представительницах прекрасного пола. Выбирать самых прелестных не только очень трудно, но и порой опасно. Но звезды рискнули поведать о самых красивых женщинах по гороскопу. Тебе наверняка будет интересно узнать, какие особенности представительниц каждого знака зодиака не дают мужчинам покоя. Овен. Женщины-овны умеют делать так, чтобы их замечали и даже запоминали с первого взгляда. Они любят яркие наряды, но привлекают к себе внимание не одеждой, а всем обликом. В нем сочетаются жизнелюбие, оригинальность, желание быть любимой и одновременно вызов. Телец. Представительницы данного знака умеют покорять обаянием и мягкостью. Лишь потом мужчины обнаруживают, что за этой мягкостью кроется сильная и волевая натура. Дамы-тельцы обладают прекрасным вкусом, поэтому всегда выглядят прекрасно и естественно. Они умеют подбирать оттенки и цвета, как никто другой. Близнецы. Женщины-близнецы умеют быть разными, поэтому они очень часто нуждаются в смене образа, причем нередко кардинальной смене. Они выглядят так, как подсказывает им мироощущение на данный момент. Очевидно одно – такую женщину трудно не заметить среди остальных. Рак. Женщины-раки – натуры утонченные и оригинальные, что отражается на их манере одеваться и краситься. Они не любят слишком броских и ярких образов, зато умеют подчеркнуть свой наряд бижутерией или аксессуаром и запросто переплюнут многих, казалось бы, более заметных женщин. Лев. Львицы умеют пользоваться своей красотой, даже если она у них отсутствует. Парадокс. Но так и есть. Даже если они не обладают идеальными чертами и фигурой, все равно кажутся окружающим очень красивыми. Возможно, причина в их природном обаянии, которое бросается в глаза, стоит им улыбнуться. Дева. На женщин-дев просто приятно смотреть. Они могут быть неписанными красавицами, но так искусно преподносят свою красоту, что окружающие только восхищаются. Они тщательно следят за собой, за своей кожей и фигурой, поэтому от них так и веет волшебной свежестью. Весы. Женщины этого знака наделены красотой, присущей древним богиням. У них выразительное лицо и очень красивые руки. Нужно отметить, что иногда весы сами портят свой гармоничный образ выбором одежды или цветом волос, но они быстро исправляются. К тому же они очень артистичны, что придает им дополнительное очарование. Скорпион. Представительницы данного знака очень привлекательны и, как правило, считают себя совершенными. Но их красота необычная, а, скорее всего, экзотическая. К этому следует добавить их чувственность, которая притягивает к ним мужчин как магнитом. Именно поэтому скорпионы знают себе цену и очень гордятся собой. Стрелец. Женщины-стрельцы обладают такой харизмой, что их внешность даже не имеет значения. Их любят почти все. Если же представительница данного знака красива, то пройти мимо нее просто невозможно. Беда лишь в том, что стрельцы очень часто ленятся уделять должное внимание своему внешнему виду. Козерог. Представительницы данного знака обладают внешностью на любителя, хотя их абсолютно не заботит, что они могут кому-то не нравиться. Они с легкостью создают свой оригинальный стиль, который может даже стать новой модой. Черты их лица не имеют значения, поскольку они лучше других остальных умеют преподнести себя грамотно. Водолей. Женщины-водолеи – это оригинальные картины, о которых мечтают многие коллекционеры. Они не только привлекательны внешне, у них внутри будто сияет свет, который притягивает мужские взгляды, независимо от того, будет ли женщина-водолей в обычной футболке или в вечернем наряде. Рыбы. Представительницы данного знака являются одними из самых красивых в зодиакальном пантеоне. Они привлекают мужчин не только внешностью, но и таинственностью образа. Они никогда не позволяют себе кричащих или вульгарных нарядов, а их облик всегда тщательно продуман и гармоничен. Сегодняшний выпуск окончен. Спасибо, что были с нами. Мы уверены, что благодаря звездам можно правильно сориентироваться в жизни и не допустить многих ошибок. Ведь не зря же нам даны эти подсказки. Пишите в комментариях о своих наблюдениях, ставьте лайки и будем двигаться дальше. В мире еще столько интересного.